Давайте не будем ругаться, Роман, давайте не будем ругаться. Не выламывайте двери. Никто не выламывает. Да как не выламывают? Они сами отвели дверь. Да, конечно. Да. И выломали. И ручка у них выломана. И ручка у них выломана. Все выломано и так далее. Нет желания в суде поговорить. Да. Мы в суде поговорим. В суде поговорим. Да, да. В суде поговорим. Ну мы поняли, что вы угрожаете. Да, мы уже поняли. Все везде оскорбляете. Мы знаем, мы знаем все прекрасно. Конечно. Конечно. Вот что решение суда для вас не закон. Вот, и это можно делать без решений каких-либо суда. Можно делать преступление хоть каждый день. Суда нету с ними. Суда. Мы с ними не в судах. Хорошо, зато за нами. Ну, сами вопрос спорный. Мы это отзываем выселение. Естественно. Выселение отзываем. Естественно. Да. На основании чего вы здесь проживаете? А просто заехали как приватная особа, гости, Харьков люди приехали. 3 дня пожили, а потом говорят, а мы платить не будем. Ни о чем. Ни о чем.